В английской деревне Уитчем состоялся 51-й чемпионат мира по стрельбе горохом. Чтобы стать победителем, участникам нужно было как можно точнее, с расстояния чуть больше 3,5 метров, поразить пластилиновую мишень размером с тарелку. Чем ближе к центру, тем выше количество очков. В качестве основного инструмента в соревновании используется горохострел. Высокие шансы на победу у тех, кто обладает не только хорошим глазомером, но и имеет сильную дыхательную систему.